Идеальное будущее муниципалитетов сегодня моделировали сельские главы 4 районов области. Проектная сессия прошла в Успенке. Задачей каждого участника было описать то, каким он видит село через год и какие проблемы есть сейчас. Беседа получилась продуктивной. Под контролем приглашенного модератора из Москвы руководители сформировали проекты. В списке желаний, к примеру, дороги с твердым покрытием, чистая вода и газ. Пока это первая пробная сессия, именно о такой говорил губернатор Александр Мор в своем послании областной думе. Аналогичные встречи пройдут и на других территориях. Я думаю, что в конечном итоге Совет муниципальных образований весь этот материал обобщит, пусть это будет анонимный, в котором мы какие-то посылы от глав сельских поселений выдадим, может, какие-то департаменты, может быть, даже правительству области.